хозяйстве двора. Интересная у спора вышла тема разговора. Ну, спросил Олег, как устроен человек? До сих пор вопрос потемки. Почему нужны девчонки? Удивительный народ, все у вас наоборот. Полковня, любовь нарядом. Ох ты, ах ты, ох ты рядом. Баксы, ябеды, шашкол, и не любите футбол. Вместо клюшки и рыбалки куклы класят и скакалки. Без девчонок никуда, а с мальчишками беда. Перебила Грозновенко, натыкаясь на Олега. Вовка, полюбуйтесь, наш Кирилл, день назад окно разбил. Вовка из шестой квартиры перелипала из-за дыры. Ваши с дырами штаны даже мамам не нужны. Где мальчишки, там проступки. Лучше девочки и юбки! В это время на обед через двор бежал сосед. Привлеченный громким спором, детворец сказал с задором. А не кажется ли вам, что важны для пап и мам не юбчонки и штанишки, а девчонки и мальчишки?